Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и добро пожаловать на самую классную карту, по моему мнению, Берег. Тут очень много вариантов, где можно повоевать, а также полутаться. Конечно же, очень много лута в самом санатории, где есть открытые и очень богатые на лут закрытые комнаты, для которых еще предстоит найти ключи. Их очень много, и они разбросаны по разным картам. Так давайте приступим к их поиску. Первый и самый нужный ключ находится на карте Таможня. 310-й ключ восточного крыла санатория находится на карте таможни на перекрестке в переднем сиденье газели. Также его можно встретить около административного здания в автобусе, также на сиденье. 306-й ключ восточного корпуса находится в административном здании таможни за закрытой дверью прямо на столе. 306-й ключ от западного корпуса для задания терапевта находится на карте завод в душевой. 308-й от восточного корпуса находится на карте лес в крайней времянке на тумбочке. 314-й восточного корпуса находится у разбитого автомобиля на карте лес. Также на карте лес в КПП Юсеков есть неизвестный мне ключ. Продолжим на карте берег. 104-й ключ и 222-й восточного корпуса находятся на электростанции. В административном корпусе в актовом зале находится 107-й ключ восточного корпуса. 112-й ключ западного корпуса, также нужный для квеста лыжника, находится на стоянке в автобусе. В деревне, рядом с тоннелем и первым танком, находится 203-й ключ западного корпуса. Около Нарвинского в Гелендвагене находится 206-й ключ восточного корпуса. В самом Нарвинском рядом с картотеками лежит 206-й ключ западного корпуса. Еще один ключ, 216-й, западного корпуса лежит в административном здании санатория. 218-й ключ западного крыла санатория вы также можете найти в административном здании. 219-й западного крыла санатория находится на маяке. Довольно-таки редкий и очень добротный 220-й ключ западного крыла санатория находится в открытом богатом доме. Двести двадцать первый западного крыла находится на пляже на краю лежанки. В автобусе около тоннеля ключ от 301-й комнаты западного крыла. На острове за баржей на столе находится ключ от 328-й комнаты восточного корпуса, комнаты Артема. На вышке рядом с метеостанцией находится ключ от сейфа с 3-го этажа западного корпуса. Ключ от богатого дома находится рядом с ним на крайней бочке. Ключ от закрытого сейфа в богатом доме находится рядом с туннелем в белом автобусе. В восточном корпусе в подсобке на втором этаже находятся два ключа. Один от подсобки с комнаты Артема и второй неизвестный ключ. Итак, друзья, теперь вы знаете, где находятся все ключики, но будьте аккуратны. Санаторий — это не то место, куда можно сходить как в магазин за покупками. Господи, да! Охренеть! О боже! Кто там говорил, что тозик херня? Okay.
Блин, дала! Ах ты ж! Меня звук, короче говоря, охренеть. Что это, интересно, за крыса, а? Нокса, прикинь.